Всем привет, у нас свой канал, мы сегодня снимаем продолжение GTA 3, что это? Почему-то подсказки вроде вчера, уже прошлой серии, да, использовал, но почему-то они до сих пор показываются. Так, сенса все-таки слишком большая. Еще чуть-чуть, ребят, нужно. Подождите, где-то настройка мыши, вот я еще бы чуть-чуть прям вот поменьше сделал. Так, нужно какую-то машину сесть, так это полиция, мы не трогаем. Нужно бы какую-нибудь тачечку, давайте вот возьмем такси. Какой туман, смотрите. Погода какая-то плохая в GTA. Вот, продолжаем. Что мы там, закончили, на чем я особо не помню. А, кстати, вот здесь прям квест. А, да, у него же здесь этот... Окей. Я вспомнил, да, у него здесь прям место. Клуб или что там у него? Копы решили устроить вечеринку в зале старой школы, которая рядом с мостом Каллахан. И теперь их потянуло на старые школьные забавы. У меня как раз по всему городу есть уличные девки. Привези им моих тёлок, доставь им удовольствие. Привези их как можно больше, пока копы не пропили все свои бабки. Привезти сколько на... Так, окей. Привезти их больше. Ага. 5 минут есть, и просто всех привезти. Окей, погнали. Куда их везти? В эту розовую точку или что это? Вот здесь? Да, наверное, в розовую везти. А сколько я могу в одно место поместить их? В одну машину. Могу несколько. Интересно, давайте вот только это едем. Так. Сейчас вот здесь поворот. Это здесь еще одна. Можно еще одну? Да, можно несколько брать. Сколько, наверное, места есть в машине, столько ее можно взять сразу. Окей. Так, а куда? Вижу. Полицейский участок. Сюда. Все, выходите. Так, пока я не вижу, где я тут сейчас. Оп. Аккуратненько. Поехали дальше. Так, вот ты здесь слева. Вот. Еще одна. Садись. Погнали. А куда теперь ехать? Здесь карты нет. Вот это не особо удобно. Давайте ее сразу здесь оставлю. Эту я сразу здесь оставлю. Поедем подальше. Сразу троих брать. Так, тихо, сюда бы выехать только. Отлично. Так, погнали. Подальше куда-нибудь. Вот, поедем сразу троих брать. Так, одного здесь справа. Одного вот здесь справа. Вот она. Так, отлично. И вот вторая где-то здесь. Садись. Так, еще одну я могу. Посадить. Так, погнали. Попробую по прямой, вот где-то она здесь есть. Так, вот. Что она здесь делает? Садись. Так, отлично, поехали. Да, выполним этот квест. Так, у нас 20 тысяч, кстати, денег уже. 20 тысяч долларов. Это неплохо. Отлично. Так, теперь направо, я правильно понимаю? Вроде да. Так, налево. Карта особо нету. Нормально, неудобно. Так. О! Нормально. Живые все. Чутка тут. Куда он выехал? Сюда. Проходите. Все, идите.
Так, еще вот тут нас справа где-то подальше. Ладно, едем вот за этой. В город. Не знаю, где она, но попробуем. Попробуем ее взять. Ой. И вот сюда. Во-во-во, ну отлично. Кстати, вот еще одна девочка есть, но она очень далеко. О, кстати, вот на этой тачке было бы очень хорошо. А, я понял. На той тачечке было бы неплохо, она быстренькая. Может, надо было ее взять? Мы быстренько ее взяли бы, могли бы хорошо здесь погонять. Садись. Такой полицейский разворот. 30 секунд. Ну, эту я довезу. Еще одну вот эту. Последнюю я не знаю, как успеть забрать. Вот на этой тачечке очень быстро можно проехать. Так, теперь налево или направо? Давайте налево. Потому что я вроде с этой стороны ехал. Так, ребята, что-то не успеваю вообще. 6 секунд. Затем провалил здание или форс вот столько я успел. Так, ну я отпущу тогда. А, так, чтобы занять рабочий такси. Так, задание выполнено. Я получил 3000. А вот еще у нас квест есть. Квест где-то вот здесь. Отличок, такси. Погнали. Чанки Ли Чонг толкает спам какой-то новой банде из Колумбии, Колорадо или типа того. Точно не знаю, да это и не важно. У него есть киосок с лапшой в центре Чинатауна. Это было последнее, что продал этот крестеныш. Я хочу, чтобы ты с ним разобрался. Если тебе нужен ствол, зайди во двор оружейного магазина, который напротив метро. Ты же знаешь, где это, верно? И помни, что это территория Триад, так что смотри в оба глаза. Окей, погнали. Так, где только вот машина, и погнали, возьмем. У нас есть ствол, в принципе, можно даже не заезжать, наверное. Ствол у нас есть. А я стрелять, когда сама же за рулем, не могу. Что, ручник на правую кнопку мыши? Ну ладно. Так, ладно. Нужно его просто убить. Правильно понял? Просто его убить. Ой. Ой. А их что-то многовато. Так, эти с битами, да, ребята? Этот со стволом. Вот тот. Со стволом, эти с битами. Можно, конечно. Как присесть? Подождите. Контроллера так. Нет. Подождите. А вот. Так. Выстрел, следующее оружие. Вперед, назад. Приблизить, отдалить сигнал. Пешком, да, да, сигнал, задание. Бежать, прыжок. Если нельзя, что ли, выстрел? Пу-пу-пу. Реально нету. Нету. Присесть нельзя.
Ну давайте пробуем. Я не убил. Стой, 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 стой. Сейчас убьем всех. Везде сзади кто-то стреляет. Ну, че, копы. О! Стой, стой, стой. А! Тихо, 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 тихо. Он уехал. Он уехал. Стой, стой, стой. Стой, 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 стой. Просто уехал. Ребят, 4 звездочки. Это вообще уже не приколы. О, просто уже не приколы. Стой, 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 стой. Меня убили. У меня минус все оружие. Короче, что это? У меня есть тактика. У меня есть тактика, ребят. У меня появилась тактика. Я буду ее придерживаться. Смотрите, что я делаю. Минус квест, но ничего страшного. Смотрите просто, что я сейчас сделаю. Это было, конечно, так опасно, опасненько. Но ничего. Приезжаю вот сюда. Беру сначала квест. Скипнуть, как понял, заставку, наверное, нельзя? Или можно? Можно. Так как мы это видели. Все, садимся в машину. И едем к оружию. Потому что нам нужен пистолет. Как я понял, меня там никто не стреляет, пока я сам не начну, да? Можно прийти к тому типу, просто его убить и убежать. Возможно, меня не убьют. Возможно. Вот, попробовать стоит. Ой. Как ее заносит. Стой, 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 дайте проехать. Отлично. Так, где-то оружейный магазин вот здесь. Оружейный магазин. Чё? Это в меня стреляют? За что? Отлично. Так, погнали. Он просто, прикиньте, уехал тогда. Пока я там стреляюсь, там полицейские все приехали. Блин, стрельба здесь как немного неудобная для меня. Чуть-чуть прям, знаете, такая. Да-да, я уже понял. Вон он стоит. А, нет, все-таки начинают. Сколько у него хп? Сколько у него хп? У меня пистолет, я не знаю. Какими-то детскими патронами стреляет, либо я не понимаю. Ну что за машину я еще взял? Сейчас бы его догнать еще на такой тачке. На. Сейчас я его успокою. Стой, 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 стой. Нет, 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 я тут уехал. Как тут? Как мне его остановить? Человека сбил, ребят. Я не могу стрелять, когда вошел. Вот это проблема. В смысле? Ну вот. И тачку получил.
конечно, немножко она уже такая, но ничего страшного. Что выполнил вот этот я квест? 32 тысячи. Нормально, нормально. 32 тысячи, это нормально. Оп, погнали, следующий квест выполнять. Короче, мы решили грабануть инкассаторский фургон. Он каждый день выезжает из Чинатауна. Пули его броню не возьмут, так что тебе придется таранить его своей тачкой. Хорошенько его помни, и обосранный охранник сам сбежит. Потом отгони его на склад в доках, и мои парни позаботятся о нем. За работу, они не будут вечно кататься по городу. Окей, блин, вот это прикол. Просто подходил к типу сразу. Ну, мы тут решили ограбить инкассаторский этот. Так, подождите, нужно его таранить. Получается, нужно, знаете, какую машину взять? Я уже пробовал. Таранит хорошо, мне понравилось. Погнали. Ему нужна поврежденность. Раз... Ой, человека сбил, да? Ничего страшного. Ой, извини. Ну, тут я не специально сбил. Занесло. 32 тысячи. Ну, нормально. Куда тут деньги тратить? Чисто на оружие? Кстати, я бы оружие, возможно, надо было взять. Заехать что-нибудь да прикупить. Надо, возможно, было прикупить. Нормально, сразу половину. Просто половину снес, ребят. На тебе. О, как мне машину подбрасывает? Чё так? На тебе. На тебе. Ой, полиция. Ой, человека сбил. На тебе. На. На. Бам. Еще разочек. Все, все, уже повреждение максимум. Тихо, тихо, тихо. Стой, 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 стой. Да ладно, погнали. Да все, уйдите. Они же меня, наверное, не пробьют. У человека полицейские избили. Вы как так? Что вы себе позволяете? Вот так вот красиво. Ой-ой-ой-ой. Ладно, они так же ездят. Они так же ездят хорошо. Куда мне ехать вообще нужно? Я правильно еду, нет? Надеюсь, правильно. Ой, все, да? Нет, он проехал. Ну все, отстаньте. Уп, отстали полицейские, нет? Походу, отстали. А, скрипт сработал, да? Ну вот и все. Ну вот и все. Двадцаточку получили. 52 тысячи. 52. О, полицейские, приветствую. Так, еще у него. О, что это? Кура хочет предложить тебе одно дельце. Если не идти, а если интересно, доберись до телефона. Кто-то такой хочет мне что-то предложить. До телефона. Ну, давайте съездим, поговорим. Давайте съездим, поговорим. Поговорить я могу, конечно же. Вот это был квест, кстати, очень хороший, интересный. Прям мне понравился этот квестик. Ну, как будто хп очень много. То есть тебя стреляют, стреляют, я вообще по барабану. Не помню, в San Andreas вроде так и не был, но я не уверен. Давно, опять же, я его играл. Алло. Гонка? Это Эльбура из Дьяволов. Ты новичок в Либерти, но уже получаешь репутацию на улицах. Мы решили устроить гонку, которая начнется у старой школы у моста Каллахан. Достань себе быструю тачку, если выиграешь гонку, получишь приз. Ничего себе.
Так, а мне нужна хорошая тачка. Это не быстрая тачка. Можем попробовать, конечно, но мне нужна моя, знаете, которая в гараже. Как мне домой попасть? Тут нету карты, ребят. Нету карты. Из-за этого я не могу... Ой, нормально. Ну, я так чуть-чуть. Вот это хорошие люди. Я их в аварию попал, они мне вообще ничего не сделали. Простили. Говорю, ладно. Езжай. Так. Вот он, да? Подождите, я не могу, ребят. Ну вот я не могу на этой тачке. Мне нужна нормальная. Смотрите, какие у них. О, нет. На такой нету смысла гоняться. Так, подождите. Ой, я человека сбил. Сейчас. Вот это даже, возможно, будет получше. Ай, вопрос хороший, же какую-то тачку взять. Но нет, она тоже слабенькая. Ну, давайте попробуем хотя бы. Один, погнали. Да не, у них хоть намного лучше тачка. Сейчас что-нибудь я придумаю, конечно. Ну куда? А, нужно прямо... Задание провалено. В смысле арестован? Кто я? А как меня арестовали? Чё за бред? Так, едем домой. Вот на этой тачке еду домой. Да блин, полицейский заметил. Так, я иду домой со своей тачечкой и погнали в гонку. Сейчас, у меня же в гараже стоит гоночная машина. Как раз вот ее сейчас я и возьму. Блин, опять оружие потерял. Что за музыка здесь играет? Не понял. Вот это мне нужно. Там что-то есть. Звездочка какая-то. Слушай, лучше бегите, конечно. Нормально там машинка. Повредилась хорошо. 53 тысячи. Откуда мне 53 тысячи? У меня дополнительные деньги откуда-то появились. Я особо не понимаю, откуда. Так, ну я вот рядом с домом. Добегу уже сам. Кстати, возможно, где-то есть проход какой-то, нет? Переулок, ничего такого. Да. Прямо вот возле дома, это хорошо. Звонок. Можно сохраниться, чтобы если я провалю задание, возможно, знаете, машину потеряю, еще что-то такое, можно было бы загрузиться и дальше. Так. Стой. Зачем мне брать свою тачку, если того, ну, и одна едет? Где она? Подождите. Она сзади спавнилась? А, нет, вот. Ладно, туда обходу. Здесь еще там несколько инкассаторов, пригони их куда-то. Все, ребят, я готов к гонке. Да-да, я уже помню, мы смотрели с кипом. Так, погнали. Я готов к гонке. Вот на этой тачечке я готов. Что он делает? Вы видели? Просто на дорогу вылез. Так, можно радио? Нужно что-то с гитарой, ой, с этих, с НФС-очком. Либо хотя бы что такое классное. Сначала нужно идти. Ладно, пусть будет. Все, погнали. Там полицейский или кто? Смотри, там направо. Нет? Нужно? А, это чтобы потом вернуться. Да, они подсвечиваются розовым, да, которое яркое. Оп. Так, отлично. Вот эта тачка, вот и все. Без каких-либо проблем.
Не знаю только пока что зачем деньги, может какой-то тюнинг есть, что-то такое. Нет. Тихо. Эти уличные гонки. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Едем. Тихо. Пока что все хорошо. Пока что просто все отлично. Ну куда ты выехал? Пока что все отлично. Налево, так здесь направо нужно. Стой. Выдержал управление вроде как. Так, сзади вон чувак едет какой-то. Нет! Ну нет! Ну что вы де... О, я застопился. А, почти чел съехал? Чел выехал за... Что? Не засчиталось. Почему? Вот засчиталось. Ребята, это нечестно. Меня несколько раз просто так застопили. Это вообще нечестная гонка. Максимально нечестная гонка. Посмотрим, выполню я, но мне кажется, уже я не первый. Тут не показывается, на каком я месте. Это плохо. Непонятно. Хорошо ли я еду. Вон он, да, впереди? Тогда я не первый, точно. Так, но меня снесло немного. Так, а здесь круги или что-то? Нет, вроде не круги, вроде по этой трассе не ехал. Ну как, дороги тут, не трасса. Просто по городу катаемся. Уйдите. Я не знаю, где тот тип. Я его потерял, он, походу, очень сильно разогнался. Да, он уже на финише стоит. Ай, выполнено. Победил с отличным результатом. 63 тысячи. Нормально. Или второй, возможно, тоже награда. Или я все-таки первый проехал. Непонятно. Ну, нормально, я победил. 63 тысячи имею. Погнали дальше миссии. Я знаю, Тони, я все отрегулировал. Она просто мурлычет. Оу, а вот этот парень, о котором я рассказывал. Короче, он не итальянец и не механик, но он справится с любой работой. Это Папс Капа, Тони Сиприани. Да, я Тони Сиприани. Отвези его мамочкин ресторан на Сет-Марк, ладно? А теперь послушай. У меня тут намечается одно дельце, и мне нужен хороший водитель. Так что заходи попозже, ладно? Ладно, парень, сперва доставь меня прачечную Чайна-тауна. У меня там кое-какие дела. Эти прачки не хотят платить за крышу. И поаккуратнее с тачкой. Джоуи только что починил эту развалюху. Так что давай без всякой херни, ладно? Погнали. Что это за мор? А я хочу себе такой, он очень красиво выглядит. Погнали, друг, сейчас я тебя так прокачу. На твоей тачечке. Сейчас. Ой, мне нравится его машинка. Ну, мне прям нравится. Хорошенькая. Так. Оп. Здесь. Не глуши двигатель. Мало ли что может случиться. Окей. Ждем. Как он идет просто. Говорит, слышь ты. Ой. Просто стрелять нас начали. Здесь миссии очень короткие какие-то, знаете, просто вот, ну, мы там решили ограбить этот инкассатор этот. Все, миссию выполнили, быстренько прям выполняются миссии. Бам-бам и все. Сан-Андреас, я помню, там подольше миссии длятся. Что-то сделать, то есть куда-то там ехать еще столько нужно. Дриады думают, что могут тягаться со мной. Дриады,
со мной. Заходи попозже, мы дадим ему кое-что отстирать. Их собственную окровавленную одежду. Теперь просто вот быстренькие квесты выполнять. Все. Просто зелье туда-обратно. Все. Смотрите, все. Просто 3000. Очень быстрые квесты. И тачечку его получили, кстати. Так, оружие завезли. У меня оружия вообще нету, кстати. Ну, давайте еще один квестик. Садись, парень. Садись уже, черт тебя дери. Так значит, прачечная отказывается платить за крышу, а? Эти трояды думают, что могут тягаться со мной? Давай покажем этим крутым парням, что значит быть действительно крутым парнем. Да, преподаем же урок. И еще никто из нас не отступал перед триадами. Твой отец, упокой Господь его душу, не цацкался да, в Сицилии. Я хочу, чтобы ты взорвал все фургоны прачечной и прикончил всех триад, что станут у тебя на пути. Все, что понадобится, можешь взять у Эйнбола. У Лысого. Так. Но мне нужно оружие, да. Так, мне нужно оружие. Погнали тогда в этот... Стой. Ну, ясно. Погнали в магазин этот. Обычно я здесь был вообще. Что я здесь впервые. Вот они, гранатки, да? 10 гранат. Отлично. Погнали. На квест. Так, ну я пытаюсь еще найти музычку какую-нибудь классную. Но пока что особо нормальных треков нету. Ну пусть вот это будет. Драмон бейс какой-то. Ну все. Минус наша машинка. Но ничего страшного. У нас новенькая еще появится. Ну вот. Одну машинку мы взорвали. О, здесь тормоза. Просто отсутствуют тормоза, отвечаю. Я не виноват. Я не виноват. Я не виноват. Коп, стой, 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 стой. Я не виноват. Отвечаю, просто тормоза отсутствуют у машины. Я протормозил, но не получилось. Они даже не представляют, что я буду сейчас делать. Слышь ты. Стоять. Куда ты поехал? Куда он? Что ты? Стой. Да куда он-то кидает? Как мне теперь тут развернуться? Вот вопрос хороший. Теперь что с ним делать? Зря его протаранил. Теперь просто будет гонять. О, на карас наедет вообще ему. Ну стой ты. Стоять. У него пустой фургон. Зачем его взрывать? Смотрите, он просто пушит. Как мне? Вот хорошее место было бы. Он просто... Я ему ничего не могу сделать. Как мне его остановить? Ну стоять. Как мне его остановить? На тебе, ясно. Мне нужен тоже такой фургон. Я не знаю, как его остановить, реально. Так. Стой! Ну, ребят, помогите. Как мне его остановить? Куда ты лезешь? Так, мне нужна другая машина.
А я тебе вот эту возьму. Поменяем чутка. Вообще вот с этой вот можно его догнать. Вон тебе машина. Замен. На этот фургон. А, он сюда едет. На тебе. Все. Стой. Нет, ты так теперь легко не убежишь. От меня ты теперь так легко не убежишь. Стоять. Ой. Ты ему на эти мои тачки вообще плевать. Вот человека сбил. Ты что себе позволяешь? Да. Стой. А все. Таксист. О! Он меня убил. Он меня просто убил. Так нельзя поступать. Так, давайте еще раз попробую этот квест сделать. Нам надо просто аккуратненько перед ним машинку поставить, в него не врезаться. Он сам остановится. А потом уже можно и этот взрывать. Просто гранат так сразу несколько накинул, бам-бам и все. Ну, кстати, машинку, да, всегда будет здесь его. Это хорошо. А то я взорвал прошлое. Садись, парень. Садись. Давай. Так, подождите, куда я пошел? Возьму твою машину. А, это... Ой. Все, дайте проехать. Серьезные ребята едут. Еще машину туда поставил тут. Идиот какой-то. Ой, стоять. Так, отлично, вот. Снова берем эти гранатки. Возможно, ну, вообще бы вот РПГ какой-нибудь. С РПГ я взял, выстрелил и все. Но РПГ у меня нету. Может, конечно, купить можно. Я бы купил. Ну, давайте попробуем еще раз с гранатками. Если не получится, надо будет ждать РПГ. С РПГ это вообще будет халява выполнить. Потому что с гранатами немного посложнее. Но мне кажется, РПГ мне так рано не дадут в игре. Мне так подсказывает, да, что рано так мне РПГшечку не дадут. Так. Ну, здесь очень реально быстро квест выполняется. Опять же, вот просто три машины взорви. А вот это еще такой нормальный. То есть, это достаточно длинный квест. Ну, там просто где-то что-то съездили, не получили, не получилось и вернулись. Прям очень короткие квесты. То есть, просто много коротких квестов. Вот смысл этой игры. Так, стой. Вот сейчас бы не врезаться в него. О, я врезался, да? Я врезался, все. А остановиться не хочешь? Ну, я не специально. Стой! Ну, все, что мне теперь делать? Все, я его не могу остановить. Да, это без шансов вообще. Я не знаю, как его остановить. Автобус был, вот бы он врезался, было бы классно. Стоять, здесь тачечки, ясно. А он их врезался, ему вообще без разницы. А реально, как его вот сейчас остановить? Стой, а, он почти врезался в этот столб. Ну вот как мне его остановить, я реально не понимаю. Он просто вот таранит все, что есть. Ну стоять! Он меня бесит, ребят. Я просто не знаю, что с ним делать. Дай ко мне эту тачку. Ладно, я на того на потом оставлю. Попробуем других так остановить. Обычным способом. Но я опять задел случайно. Просто чуть-чуть случайно задел. Все, он начал гонять, как будто его там убить хотят.
почему он так решил. Ну, вообще, странный человек. Наверное, странный человек. А я просто хотел спросить, сколько времени сейчас. Вот прикиньте, какая ситуация произошла с той. Стой. Вот. И все, просто вот так вот делаешь. Чуть не умер. Чуть не умер. 32 хп. Что? Ты ч? На тебе! Он меня убил. Нет. 13 хп. За что меня? На, ловите. Бежим. Что? Что происходит? О, оружие. Отстаньте от меня. Все, меня сбили. Да, это жестко. Давайте съедем в оружейный магазин, посмотрим, есть ли... Где только оружейный магазин вспомнить? А также карту как открыть, я вот просто вот не представляю. Оружейный магазин, насколько я помню, есть возле дома где-то. Вроде как. Как открыть карту, я вот просто... Ну, вроде как нельзя, наверное. Так, ладно, сейчас. Где-то вот здесь, помню, рядом вроде был магазин с оружием. Я бы проверил, да. Есть ли он. Если есть, посмотреть, какие там оружия в нем присутствуют. Что можно прикупить. Так, что-то я не вижу. Вроде сюда здесь был. Магазин с оружием. Ну реально нету карты. На М не открывается. Просто нет вот карты. Почему? Как можно было делать игру без карты? Это какой-то просто бред. Реально бред, потому что еще я не знаю, где этот магазин находится с оружием. Ладно, давайте сохранимся, на этом серию закончим. На этом. Серия была неплохая. В конце немножечко провалов, но ничего, получится. Грабьте, если РПГшечку как-нибудь достать можно. Было бы вообще отлично. Но пока что особо не знаю, где. Не знаю, где получить РПГ. Ладно. Все, ребят, всем пока. На этом буду заканчивать. Все, ребят, всем спасибо. Всем пока.